привет! Сегодня понедельник, коротенькое включение. Хочу объявить вам, что очередной стрим состоится 26 ноября в 19:30 по Москве. Не пропустите! Чтобы не пропустить ролик, не забывайте нажимать на колокольчик, и вам придет оповещение о том, что у нас начался стрим, и вы 100% на него успеете. Этот стрим пройдет в формате еженедельного итогового выпуска. Мы объявим победителя, который угадал загадного блогера в прошлом стриме. Кстати, очень мало было участников, так что посмотрите наш прошлый стрим и попробуйте угадать, что же был за загадный блогер. А также мы объявим победителя, который нашел пасхалку в видео во вторник, в четверг или в субботу. Пасхалка у нас одна на все три видео. И кроме того, конечно, не забывайте ставить пальчики вверх предыдущему стриму, потому что 2 лайка будут победителями, и в следующем стриме мы им тоже передадим приветы. А также в будущем стриме мы объявим новый творческий конкурс на арты. Что за арты надо будет нарисовать, смотрите внимательно, не пропускайте. До встречи в воскресенье на стриме в 19:30 по Москве. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить. Ну а на сегодня все. До встречи. Пока!